приложить максимум усилий и задействовать все ресурсы, чтобы завершить строительство школы в микрорайоне Патрокол в 2023 году. Такую задачу перед подрядной организацией поставили глава Владивостока Константин Шестаков и министр строительства Приморья Виталий Блоцкий. Как уточнил руководитель дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа Александр Жуков, на строительной площадке продолжаются монолитные работы по заведению каркасов зданий. Работают организации, занимаются прокладкой инженерных сетей. Благодаря ресурсоснабжающим организациям, водоканалу, ВПСу и Оборонэнерго ведется подключение к магистральным сетям, ведут работы по водоснабжению и водоотведению. Также дополнительно было проговорено, для увеличения темпов строительства работ требуются дополнительные мощности по электроснабжению, поэтому было главой принято решение и есть договоренность с Оборонэнерго, что они протянут дополнительную линию на 600 киловатт, что позволит также увеличить мощности. Планируется, что на следующей неделе уже эти работы, к концу следующей недели будут завершены, что позволит увеличить темпы строительства. Современная школа строится в рамках национального проекта образования. Помимо учебных классов, в школе разместят 2 спортзала, бассейн, современную библиотеку и кинотеатр. С целью усиления контроля и завершения сроков строительства в этом году на объекте в еженедельном режиме теперь проводится совещание под руководством министра строительства Приморского края Блоцкого Виталия Васильевича, а также главы города Шестакова Константина Владимировича. Объект взят практически на ручной контроль, и все вопросы теперь решаются в оперативном режиме. Присутствуем также первых лиц города и Приморского края. Анна Дьякова, новости на 8.